Привет, ребята! Это эвакуатор. Интересно, а куда он едет? А, понятно. Это полиция вызвала сюда эвакуатор для того, чтобы убрать с этого участка дороги старую поломанную машину. Эвакуатор с легкостью с этим справится. Правда, ребята? А как вы думаете, куда именно эвакуатор везет эту старую ржавую машину? Он везет ее на специальную свалку для машин. А вот и свалка. Сейчас кран будет забирать эту старую машину. Давайте посмотрим, как это будет происходить. О, какая у него клешня! Представляете, насколько она должна быть сильной, чтобы поднять целую машину? Вот это да! Интересно, а куда он сейчас поехал? А, ясно, он собирается сбросить эту машину в яму. Работа выполнена, теперь кран может возвращаться на свое место. А вот эвакуатору еще рано отдыхать, ему предстоит работа, да только вот какая? Давайте посмотрим. Привет, мусоровоз! Посмотрите, ребята, у этого человека поломалась машина. Наверняка что-то с двигателем. Машину нужно отвезти на станцию техобслуживания. И этому мужчине, конечно же, поможет эвакуатор. Он зацепил машину своим крюком и забрал ее с собою. А вот и станция техобслуживания. Сейчас эту машину здесь быстро отремонтируют. Ну что же, поломанная машина доставлена на СТО, а эвакуатор продолжил свой путь. А вот эта машина, хоть и не поломалась, но у нее тоже неприятности. Она загрузла в грязи. Но это не беда, эвакуатор ей поможет. Правда, ребята? Еще немного и готово. Молодец, эвакуатор. Отличная работа. Дети, теперь этот эвакуатор может смело отдыхать. Ведь его рабочий день сегодня закончился. Как говорится, сделал дело, гуляй смело. Ребята, всем до новых встреч. Пока-пока.